17-й раз в этом году прошел региональный конкурс для одаренных детей «Звездочки Тамбовщины». По словам организаторов, возрастные границы позволили привлечь больше талантливых детей. В этом году нам региональный этап подарил возможность расширить спектр участия наших детей. Это возрастная категория детей от 10 до 13 лет, и вторая возрастная группа – это дети 14-18 лет. Поэтому у нас есть большая возможность посмотреть наиболее большой такой объем и показатель одаренности наших детей как в вокальном искусстве, в хореографическом искусстве, в умении ораторского искусства в номинации «Театр одного актера». Также в числе номинаций «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное искусство». На выставке в ЦДУД лучшие работы, а на сцене победители и призеры конкурса. Одна из задач конкурса – выявление новых талантов. Наряду с ребятами, творчество которых маршанцам известно хорошо, число одаренных детей пополнили новые имена. Это замечательная вокалистка Шитикова Полина, гимназия, действительно для нас стала открытием. Это некоторые ребята, которые занимаются воспитанники Центра дополнительного образования, тоже вокалисты. Мы сегодня их слышим впервые за 17-й раз проведения этого конкурса. Мы в этом году услышали исполнение на украинском языке. Гала-концерт – это итог месячной работы большого сообщества людей – юных артистов и их наставников по окончании вручения дипломов. И всем хорошее настроение. Ольга Усова, Андрей Щербаков, «Область новостей».